Как сделать оригами летучая мышь, которая умеет летать? Возьмите прямоугольную бумагу, например, А4. Согните ее поперек пополам. Раскройте заготовку так, чтобы складка выпирала вверх. Пригните правую сторону к центру. И сделайте складку. Повторите делать это же с левой стороны. Согните пополам по центральной складке, краями вниз. Поместите заготовку для летучей мыши на столе так, чтобы ее края смотрели вниз. Поднимите правый нижний угол вверх, прижимая левый нижний угол пальцем. Сделайте складку по диагонали, которая идет от левого нижнего угла до правого верхнего. Переверните на другую сторону и повторите шаги. Пригните правую сторону к нижней стороне и зафиксируйте складку. Переверните на другую сторону и повторите делать те же шаги. Раскройте заготовку для летучей мыши. Согните верхушку к нижнему краю и сделайте складку. Пригните верхний правый угол заготовки к углу большого перевернутого треугольника снизу. Повторите шаги с левой стороны. Загните большой треугольник кверху. Загните верхушку этого треугольника на обратную сторону. Согните летучую мышь пополам. По этой дуге отрежьте лишнюю бумагу. Раскройте заготовку летучей мыши из бумаги. Согните по центральной складке на другую сторону. Согните крыло вниз по параллельной линии к нижнему краю, так, чтобы эти две точки совпали. Точно так же согните другое крыло.
Выровняйте заготовку, чтобы крылья летучей мыши были одинаковыми. Расправьте крылья. Сделайте небольшие изгибы на задней стороне крыльев летучей мыши, чтобы она хорошо и далеко летала и могла забавно махать крыльями. Загните переднюю часть летучей мыши так, чтобы края крыльев были направлены вверх, образуя английскую букву Y. Это важно, если вы хотите сделать именно крутую летучую мышь, которая далеко полетит. А теперь запустите свою летучую мышь из окна или просто на улице в безветренную погоду и посмотрите, как она летает. Приветы Дане, Ане, Игорю, Ане, Дане, Наташе, Юле, Даше, Малике.